Дорогие друзья, здравствуйте, Татьяна Ивановна. Здравствуй, Богдан. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас для нас, вас есть, Бодя, для тебя есть интереснейшая новость. Я тебе сейчас покажу. Мы подошли уже к домику амурских тигров. Мы сейчас зайдем в их берлогу, святая святых, так скажем. Здесь темно. Бодя, может, будет не очень. Сейчас должен включиться свет. Света много нельзя включать, говорю сразу. А фонарик, который у меня в камере? Ну, вот единственное, что там немножечко подсветку. Потому что вот так. Заходим. Так, друзья, заходим. Смотрите, чем нас порадовала сегодня гроза. Смотрите, маленькие вот тигрятки. Да. Маленькие тигрятки. Ну, вот. Совсем крохотные. Гроза с амуром принесли такое потомство. Три малютки. Из них, скажу по секрету, я была уже раньше. Здесь у нас один парень и две девочки. Ура. Дети у нас родились с открытыми глазами. Это говорит о том, что гроза их немножко переносила. Ну, может, даже это и плюс большой. Вот у одного ребенка открытые глазки. Эти еще слепые. Без, конечно, не сравниваем мы с малышами, которые искусственники у нас. Этим детям сутки. Очень круто. Меньше, чтобы не стыдно. Так, мы здесь долго задерживаться не можем, потому что мама наблюдает за нами в окошко. Мы ее уговорили пойти поесть. Давай, вытягивай лапу. Крупные дети, конечно, крупные. Эти глазки у нас открываются, потому как мы переношенные. Ну, это у них такое есть, у львов, у тигров. Беременность у них длится около 3-4 месяцев. Около 3 месяцев. 72-78 дней. Там у кого как. Некоторые рожают 69. Дольше, если дольше 72 дней, то у нас могут родиться уже с открытыми глазами. Но чаще это случается с тиграми, львами, чем с другими кошачьими. Пока родители едят, Бодечка, можешь снять маму с папой. Мама уже есть не хочет, вот она тут занервничала и ждет, когда ее пустят к своим малышам. Сейчас, моя Бодечка, ты уже поела? Она ждет. Конечно, как любая мать, она переживает за свое потомство. Вот она, смотрите. Красивая мамаша, и у нее красивейшие детеныши. Все, сейчас ей откроют вход в домик. Гроза, видите, уже... Моя ты мама умничка. Ты поела мясо? Открывается вход в домик. И гроза... Нет, гроза, нет. Никто твоих детей не обидел. Мы оставим открытый шибер. Захочет, выйдет еще поесть. Друзья, на сегодня заканчиваю наш невероятный сюжет. Татьяне Ивановне говорю огромное спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Будет что-то интересное, мы обязательно покажем нашим друзьям, телезрителям нашим. Спасибо. Подписывайтесь на канал «Сказка» в Ютубе, точнее, на канал «Зоопарк Сказка» в Ютубе, на Инстаграм-страницу, которая так и называется «Зоопарк Сказка», и приезжайте к нам в гости в «Зоопарк Сказка» в городе Ялта. Всем хорошего дня, пока!